Доброе утро. Будешь после прогулки кушать? Да, конечно. Кто ж тебя пустит? Бедная кошечка там сидит. Пошли. Не, сюда. Да, молодец. Давай, иди, иди, иди сюда, рядом. Рядом. Молодец. Умница. Давай вперед. Эй, давай вперед. Лестница. Мирусь, оставь в покое яблоко. Мира, иди сюда. А как же ритуал? Да, молодец. Спускайся. Идем. Ищи яблочко. Ну, сейчас яблоки уже редкость. Каштанчик в основном. Давай, ищи. Эксперименты продолжаются. На картинке очень красивый цвет. Тебе нравится? Сейчас посмотрим, что получится. Красота неземная. Это мы вчера на работе с одной сотрудницей посмотрели в интернете видео, как делать кудряшки, накручиваться на носочки. Ну да, на носочки, и что? Я же их ни с Жени сняла. Мои чистые, милые носочки. Вот, хочу попробовать, чего получится. Я не могу говорить, маска стягивается. 18 октября. Сейчас часов 12, наверное. Астрочки еще стоят.
достаточно хорошо выглядят. Я им водичку меняю, подрезаю. И они такие хорошенькие, свеженькие все. Ну, естественно, этот одуванчик переросток. Красавчик. Если что, это комплимент. Та-да-да-дам! Расплела я носки, разделила пальчиками кудряшки. Мне, конечно, сейчас обзавидовались все шнурковые пуделя. Прикольно, но и в очередной раз поняла, что кудряхи это не мое. Но прикольно. И признаться честно, очень хочется позавтракать. Чего бы его приготовить? Хочется чего-нибудь вкусненького, пусть и не полезненького. Последнее время это блюдо мой фаворит. Ну, нет, не кипяченая вода. Высшее мастерство кулинарии. А еще у нас здесь три маленькие картофелинки. Сейчас мы их быстренько почистим. Нарежем некрупной соломкой и отправим жариться. Пока картошечка жарится, она у меня на достаточно большом огонечке, и я ее часто буду помешивать. У нас есть вот такая красавица. Смотрите, какая хорошенькая тыквочка. Мы сейчас отрежем от нее кусочек, почистим и тоже нарежем кубиками. Так, тыквочку нарезали. Ах, какая аппетитная, яркая, осенняя. Картошечка у нас уже поджарилась. Тоже симпатичная, зажаристая. И отправляем в нее тыкву. Солим перчим. Я добавила немножко неострого карри. И малеха соевого соуса. Картошечка пожарилась. Она, правда, потерялась немножко на фоне тыквочки, но от этого не стала менее вкусной. Тыквочка уже прокалывается. Чуть-чуть придержала. Я люблю, когда она немножко твердоватая. Вкуснятина. Наше яичко, картошечка, ложечка сметанки, импровизированный салатик, огурчик, помидорчик, перчик и яблочко. И да, пойдем завтракать. Ну, типа совместим с обедом. Кстати, хочу показать. У нас Мира увлеклась хирургией. Это что у нас? Ну да, конфета. Она свинье произвела пластику сфинктера. То есть это свинюшка? Да. Хрюкать она уже как раньше не будет. Ну, естественно. Так самое прикольное, вот она вся целая. Вот. Она и выгрызла четко попу. Ну, я же говорю, произвела пластику сфинктера. Прикольная игрушка. Да? Ты? Хирург. Что я остановилась? Что ты там за лапкой прячешь? Хлебушку. Хлебушку. Не кормят зверушечку. Сухарик объедает. Да так смачненько объедает, да. Нравятся тебе сухарики, специально присушиваю ей хлеб. Или просто он сам по себе присушивается, я ей оставляю. И вот она так любит их. Да, прямо на кровати. То есть каждый вечер я его аккуратненько сворачиваю, это покрывальце, и струшиваю от крошек. Да, моя хорошая, вкусно было. Вкусно было. Где-то уши развесила. Да, крошечки, крошечки собирает.
вообще не кормленная зверушка. Ой. Конец дня. Вот как выглядят мои кудряшки. Но мои волосы накручивать вообще дело неблагодарное. Сейчас мы собираемся гулять. Уже на улице очень темно. Светят фонари. Я не знаю, что получится или не получится поснимать. Но мы попробуем. Мы собрались, экипировались. Экипировка наша выглядит примерно так. Это корсет. Он держит мышцы моей спины. Потому что она меня бывает дергает, а моей спине лучше этих рывков не испытывать. Идем гулять. А вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Это собака Баскервилей. Чего там? Но все равно ничего не видно. Заставила ее посидеть. Ладно. Ты ждешь реакции, как вчера на видео? Нет. О май гад, док! Ну пьют! Папи! Хрена себе папи. Папи? Не папи, это папа. She's папи! Папа! Хай! Мама! Папи! Папи! Cute папи! И! Отключи пыталась выхватить. Немножко. Хватит. Пошли спать. Пошли спать. Пойдем спать, пойдем. Иди вперед. Иди ложись. Иди ложись, ложись. Не, Мань, иди ложись. Сейчас, подожди. Держи. Снотворные бублички. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Кушай свои бублички. Спокойной ночи.